Так, сейчас сворачиваю с перекрестка, где заканчивается улица Центральная, начинается улица Пограничная. Вот она. Не, я сейчас пойду. Чтобы потом свернуть налево на улицу Ф. Керима. Кто такой Ф. Керим, я не знаю. Может быть, какая-нибудь памятная доска. Там видно парк какой-то за забором. Ну, пройдемся, посмотрим. Солнце прямо в лицо, поэтому я снимаю вот так фотоаппаратом, вожу влево-вправо, постараюсь сильно не дергать. Чтобы меня не ругали, меня постоянно ругают, что я не умею пользоваться камерой. И, в общем-то, они правы. Не хватает мне операторского навыка для видео. Вот опять. Ни одного названия. Улицы. Не вижу. Кооператор. Кот. Вот флаг висит. Значит, какое-то госучреждение. Красного цвета. Суд, что ли? Да, правильно. Вывески такого цвета на судах. Багратионовский районный суд. Такой красивый. Во, улица Утина. Правильно. Значит, мы идем правильно, верной дорогой. Вот видно, улица Утина. Кто такой Утин, я тоже не знаю. Ну, скорее всего, это кто-нибудь из тех, кто брал, погиб здесь во время взятия Восточной Пруссии. Не все мы знаем. У каждого, каждой местности свой герой. Ну вот, немецкие дома, частично отремонтированы, частично запущены. Строительный магазин. Вон дом немецкий, хороший. Хороший, запущенный такой. Тут неинтересно. Какие-то складские здания из нашего кирпича. Тут интересней. Но этот дом частично отремонтирован.
на крыше, вот эти окошки на крышах. Может быть, даже там квартирки есть. Тут где-то озеро. Вот справа оно должно быть большое, а слева маленькое. Тут то ли мост, то ли какой-то перешейк. По схеме непонятно. Немецкий домик. Там наш хрущевка блоковая. Так, вот эта улочка, вроде как бы она по карте обозначена, она как бы, не знаю, она это или нет. Не знаю. Пройдемся. Все-таки я пройдусь дальше. Тут на схеме есть эта улица, уходящая влево. Но там еще дальше должна быть. А вот дом. На нем какие-то мемориальные доски. Это, наверное, ребятам погибшим. Нагорный Никита Николаевич погиб при выполнении боевого задания в Республике Дагестан, сержант. Морпех, судя по тому, что военно-морской краб на нем, на берете. Так, а здесь посмотрите. А вот здесь, а вот, есть название. Улица названа в честь Героя Советского Союза, заместителя политрука, погранполка Утина Василия Ильича. 1918-1941 погибшего во вражеских, так, 10 декабря 1941 года. Да что странно, вообще 1941 год, это значит, он погиб где-то, наверное, не здесь, в 1941 году. В 1941 году здесь боевые действия не велись. 45-м. Не знаю, далеко ли мне туда идти, а вот там есть воинский мемориал, тоже хорошо. Вон, на той стороне. Так, а ну тут стоп. Стоит. Наверное, какая-то воинская часть, скорее всего. Она мне не нужна. Что-то радиолокационное. Судя по антенне или ПВО.